Ну, теперь все внимание на лед. Одна из лучших произвольных постановок нынешнего сезона в борьбе за золото. Олимпийские чемпионы и бронзовые призеры игр в Сочи, россияне Елена Ильиных и Никита Коцалапов. «Лебединое озеро», Чайковский. Thank you.
Плачет Елена, Елена, их выложились без остатка. Российские спортсмены, великолепная постановка, шикарный совершенно прокат. И теперь уже ничего не зависит от самих спортсменов. Мы видим, что в победном жесте вскинул вверх руку Николай Морозов. И в едином порыве со своих мест повскакивали вот эти многочисленные зрители. Официальная вместимость этого дворца спорта около 18 тысяч зрителей. Но сейчас, может быть, порядка 16-17 тысяч на трибунах Сайтами. Я согласна, это был шикарный прокат. Ребята большие молодцы. И вообще мне безумно нравится у них эта программа. Я считаю, что она им подходит просто идеально. Ну, как будто многие восхищаются этим прокатом. И не прокатом, а программой, постановкой. И не без причины, не без оснований. Потому что действительно здесь раскрываются. Уже не первый раз катают классику Лена с Никитой. И, пожалуй, вот именно «Лебединое озеро» им подходит как никакая другая. Хотя и предыдущие постановки. И «Дон Кихот», вот и «Ави Мария» тоже были очень ярким. Доходят сейчас Никита. Такая концентрация была, да, заметна во время проката? Да, да, мне кажется, на Олимпиаде было немного... На Олимпиаде, может быть, было немножко, не, даже, не скажу, что проще, немножко, как бы вот это, даже не эмоциональный, полноценнее. Здесь вот потому что уже понимали, что все свои ошибки возможны, допущены спортсмены. И здесь вот проскальзывала такая концентрация, чтобы ни малейшей технической даже помарочки не допустить. Да. Ну и это удалось. Да. Ждем оценок за компоненты. Очень много нужно набрать для того, чтобы опередить французов. Чтобы выходить на первое место, Лене с Никитой нужно подбираться к тем оценкам, которые они получили на Олимпиаде. Там было 110-44. Сейчас для первого места будет достаточно 109 баллов и 70. Очень много, но, я повторюсь, это возможно. Вот она, финальная поза. Окончание сложнейшего сезона для обладателей двух наград на чемпионате мира. И радость Николая Морозова, который вместе с нашими фигуристами проживает каждую программу, еще до кучи каждую тренировку. Ну что же. Ох, чуть-чуть не хватило. 187,71. Одного балла ровно не хватило Ирине Кацалапову для того, чтобы выйти на первое место. И вот сейчас мы уже отчаянно сожалеем и горюем по поводу тех самых сорванных твизлов. Жаль. Да, обидно, что вчера такая была. 174,38. Разница.